Ну а начнем выпуск с обсуждения мер по снижению неформальной занятости населения в Дагестане. Эта тема стала основной на совещании под руководством в Рио главы региона Владимира Васильева. Сегодня в Дагестане только зарегистрированных безработных свыше 25 тысяч. Руководитель республики отметил, президентом страны поставлена задача о снижении бедности в два раза. Решить ее можно, только создавая рабочие места. Однако на рынке труда дефицит профессионально подготовленных кадров. Еще одна тема разговора – вывод бизнеса из тени. Владимир Васильев в очередной раз призвал местных предпринимателей работать честно. На свободные рабочие места принимать своих граждан, а не мигрантов из-за рубежа. Далее Владимир Васильев рассказал о финансировании объектов образования и коммунального хозяйства в Дагестане. Так, в этом году в республике откроют 11 объектов. Это 6 школ на 1500 ученических мест, 2 спортивных и 3 объекта водоснабжения. Данные средства транспортных трактов бюджета 680 миллионов в рамках соответствующего финансирования перечислены на счета муниципальных образований. Мы договорились и с министром, и с руководителем ФСБ, и с прокурором, что если кто-то попробует взять 2% сумм от двух заказчиков, правильно? Хватит, надо заканчивать. Потому что как только человек начинает брать 2%, у него есть право совершать незаконные действия. С этим заканчиваем. Раз и навсегда. Кто не хочет, лучше уйдет. Кто не поймет, легко везут.